Всем привет! С вами Андрей, а вы на канале «А стоит ли покупать?». Для домашнего использования не так давно мы приобрели машинку для стрижки волос фирмы Xiaomi, модель Ancient Boost. Машинку приобретал в Москве в интернет-магазине с Яндекс.Маркета. Выбор пал на нее после того, как была приобретена в Озоне неудачная машинка примерно за ту же стоимость. А цена у нее, между прочим, в районе 900 рублей. Машинку приобретали специально для стрижки нашего карапуза, так как она является самой безопасной, по крайней мере, машинкой, как я читал в интернете. Машинка поставляется в коричневой упаковке локализованной, внутри имеется русская инструкция. Внутри коробки еще одна коробка уже с нелокализованной версией продукта. На данной машинке лезвия керамические. Регулятор для высоты волос можно установить от 0,7 мм до 21 мм. У машинки имеется всего лишь одна кнопка, это включение и выключение. Выход для зарядки Type-C, что очень хорошо. Зарядки, к сожалению, в комплекте нет. Уровень шума 55 дБ, но по звуку, мне кажется, там, дай бог, 45, не выше. Наш ребенок ее совершенно не пугается. Регулятор высоты стрижки волос снимается очень легко. Снять блок с лезвием очень легко, просто нажмите пальцем со стороны лезвия. Внутри можно все прочистить кисточкой, она идет в комплекте, также все смазать. Мыть под водой не рекомендуется, может сломаться. Скорость оборотов двигателя 5800 оборотов максимально. Время работы от аккумулятора 90 минут, время зарядки до 2 часов. В комплекте сама машинка для стрижки, кабель зарядки USB на USB Type-C, кисточка и смазка. И две инструкции на русском и английском языке. Примеры стрижки выложу в следующем ролике. На данный момент я рекомендую покупки данную машину. Спасибо, что досмотрели видео. Ставьте лайки, подписывайтесь. С вами был Андрей, а вы были на канале «А стоит ли покупать?».